Городской клуб старшего поколения создан в феврале 2019 года. На сегодняшний день членами клуба уже стали 3000 человек, и число постоянно растет. Среди участников проекта женщины от 55 лет и мужчины от 60. Проявляют свои способности, учатся чему-то новому. И между участниками происходит установление товарищеских отношений. В преклонном возрасте особенно важно общение, ведь зачастую люди испытывают чувство одиночества, особенно после завершения трудовой деятельности и снижения социальной активности. Партнеры проекта – областная филармония, культурно-выставочный центр, комитет по физической культуре и спорту и не только – дают возможность разнообразить досуг участников клуба и найти единомышленников.